идем на рынок. Самый нормальный рынок с хорошими ценами, оптовыми, можно так сказать, на котором можно купить все. Овощи, фрукты, здесь есть все. И цены здесь хорошие. Когда сворачиваются, и цены могут быть дешевле. Манго 25. Кокусики. По 15. А эти по 13. Зачем молить? Риски. Угу. Ну, это хорошая цена. Я напился капусты, как хорошо стало. Так что я бы, конечно, бы здесь где-то. Второй раз я когда ехал, я думаю, на самом деле здесь где-то снимать. Вот по 10 продаются. По 10 бат, видели? Манго. Килограмм. Грило здесь где-то снимать, около рынка. Всегда еда рядом под боком. Черешня. Интересно, сколько она вкусная. Значит, что тоже черешня. Смотри, как это слива. А, и это тоже слива, она мелкая. А, вот смотри, вот эта штука пошла, которую мы раньше не видели. Насколько она вкусная, я не помню. Дынька. Бананы, думаю. Может, бананы не хочу.
какой клевый здесь рынок, а. Жалко, всего с собой не внести. А ты свои. Кстати, дыни мы сегодня ели вкусно. Он 16, смотри, какие большие. Хотя допил. Круто, вот это да. Здесь много всего. Вон, орешки хочешь? Здесь мы с тобой покупали? Или? Это везде все. Как изменилось, да? 2 месяца у нас здесь не было. 2,5. Вот товары новые появились, да? Вот это. Сливок, например. Переспел. Лучше, мне кажется, доплатить и купить другой. Кстати, вот эти манги помнишь? А вон это лук свой или что такое? Это же не лич, это как по-другому называется, да? Пожалуйста. Я даже никогда не пробовала. Они разные? А can I? Что? Попробуй. Скажи, что это такое. А how name? What's... Что? Попробуй. Ой, кисловато. Бра. На что похоже? На личи с лимоном? Может, что это попробовать? Не хочешь такой попробовать? Not something. This or this? Not something. Так, я не помню, там свой. Это типа личи. 50 бат стоит одна штука. Смотри, что такое. Ну, похоже на это самое. Кружок небольшой. 500? Ну, 500 не совсем. Что такое? Thank you. Мандарины.
смотри, что у него с хвостом. Это и не до конца обрубили хвост, получается. А ты не хочешь помидоров, там еще чего? Большой и дешевле. И здесь тогда можно идти дальше. Здесь немножко изменилось как-то, да? Вон лич твоя, будешь брать? Не, вот это не будешь? Хорошо. Такой жунтоватый.
Не, они, видишь, бедные, они недозрелые. Зрелый вот этот и вот этот надо. Пока не хочу, но могу не взять. Что, ты хочешь попробовать? Смотри, этого в два раза больше, 250, этого в два раза больше. Надо нам показывать, что вот этот зрелый. Не больше? Вот это что-то прикольное. Слушай, а вот банальчики. Вот такие можно взять маленькие. Здесь мы покупали эти самые. А вон эта женщина. А их нету? Hello. Нету у нас. А раньше были. Работа кипит. Деньги за 40 лет. Так хотел сюда попасть. Вон бананы по 20. Эти по 15. Больших круглых зданий на карте. А это вот это. Да куда нам? Ты съешься? Я есть не буду. Там, по-моему, лучше один за 15 взять. 15. Там. Там, я же тебе говорю, ты будешь, но я тебе говорю, где? Или ты не видел? По 15, там один.
тебе напишу. Ну, а 13, 20. В принципе, ты там можешь и это делать, если не хочешь. Ну, возьми. Вот этот. Так, а где эти большие? Там были? Сколько стоит это? Я не помню, где мы там были. Ой, не вот так. Что ты говоришь? Ну, где твои? Если нет, это не прямо. Где-то люди, значит, это подиски. Ну, как это делать? Подиски, да? Алло? Сейчас. Ну, они были такие длинные, большие. Мне кажется, они зато не брожёные. Ну, либо вот такой. Давай. Бис? Да. Может, просто тогда жёлтый положили? А здесь not good? Ладно, давай сейчас подумаем тогда. Это у меня сейчас задача. А вот эти вот сколько стоят? 20. Вот оттуда мы ушли. Вот это все. Рынок. Вот это круглое здание, которое на карте видно. А вон второе круглое.